Да, снова здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. С вами два веселых друга. Играем в GTA 5. Короче, мы едем в машине, за рулем Олег. Да, за рулем я, за рулем моей машины. Классная, кстати, тачка, одна из моих любимых. Ну, она как бы не быстрая, но она красивая. Она такая, знаешь, такая... Но она стильная. Вот, слушай. Она музыкальная, да. Я уже... Нет, но клаксон это просто... Кстати, может, рядом есть мастерская, еще посмотрю. Давай. Да. И там чувак какой-то. Да, и там какой-то чувак. Сейчас быстро доеду. 600 так. метров. Мы да. едем, значит, к Тревору. Мы сейчас поедем к Тревору, и Алекс покажет нам, как он умеет хорошо пользоваться карго-бобом. Карго-боб — версия Алекса. Ну, посмотрим. По версии Алекса. Там, короче говоря, крюком надо будет брать, ну, я думаю, ты разберешься. Там. Да, сейчас, хорошо. Там, мне понравилось, там, да, ну, хорошо. И такая садомия, блядь, начинается. Машины налево, направо, блядь. Надеюсь, этот поц не будет нас стрелять. Поехали. Будет нормально. Пока спокойно стоит. Я только гудочек поменяю, и все. А ты внутри со мной сиди. Ты сидишь со мной внутри, прикинь? Да, да, оба приехали. Хуенная пать. Ребят, нам бы только клаксон поменять. И все, двигатель сейчас, посмотрите. Фары, там. Вот клаксон. Я броньку поставил. А, шикарно. Ты слышишь, да? Вот, сука, все, я поставил. Я хотел, я это хотел. Клаксон, я ебал. Давай за руль. Я тебе меточку поставлю. Давай. А ты меня, да, хочешь? Конечно. Ты доедешь на ней, да? Ну, я постараюсь. Ты же не будешь клаксон нажимать, правильно? Нет, конечно нет. Ты знаешь, я не знаю, наверное, больше никаких людей, которые угорали бы с клаксона, блядь. Блядь. А давай это будет цензором матных слов. Смотри, давай. Блядь, какая... Ой, я уже... Черт, подери, да? Нет, ну ты смотри на... Глянь ты на этот закат. Так, подожди, надо меточку поставить. Какой закат, ебать. Да я вас всех... В лучших чувствах. А ты два раза нажми. Так тут-тут-тут-ту сделай. Папа Американо, ёба. Рыбчинку, блядь, сыграю. Польская рыбчинка. Польская рыбчинка, блядь. Блядь, блядь, поехали нахуй. А кто там был у нас? Ты помнишь эти имена еще? Да, блядь, нахуй. Мачок? Хуясик, я еще потом сказал. Хуясик? Это кто? Ну, пивасик, жигулясик. А, пивасик, жигулясик, да, точно. Пивасик, жигулясик. Потом-то кто-то, блядь, уровни переделывал, потому что хуёво получились два раза побили. А ты представляешь, что будет в титрах Dead Island 2? Да, причем что больше будет. Новый альбом Алекса, да, Dead Island 2. Польская рыбчинка. Ебаный поляк, блядь. Кстати, да, ебаный поляк. Помнишь, Почта России была еще? Автомобили. С собой, блядь, все заполонили. А ты этот невидимый мобиль, это была фишка просто. Как невидимый до слез. Это до слез было смешно. Я ты можешь через горы, кстати, через горы давай хуярь. Горы. Через расстояние. Долетим быстрее, чем, блядь. Ты запиликал меня, да? Да, я тебе смотрю. А как быстро ты можешь нажимать кнопочку? Я спрятался нахуй от спека, блядь. Угорать с клаксона, ебать. Ну что за нахуй? Едь, блядь. Практически папа Американо, ёпта. А я факт показываю. Ну пусть знают просто, блядь, кто едет, ёпт. О, смотри, что можно угнать, смотри. Нихуиски. Вот, как раз ты таранишь это дело. Да фуру, давай фуру. Давай, надо перед ним прям. Побикай ему, блядь.
Давай угоняй. Извините, молодой человек. Там что, Лестер, блядь, сидел? Пиздец. Все, поехали. А прикинь, фуру такую поднять с прицепа. Ох, сейчас угорнем. Блядь, нахуй. А интересно, поезд поднять нельзя? Поезд поднять. Поезд? Угу. Да попробуем поезд поднять. А как насчет того, чтобы потом субмаринкой поплавать немного? У тебя грандиозные планы на эту игру, я смотрю, да. Я слышу. Все. Блядь. Нихуя. Давай попадаемся, блядь. Нихуя. Я тебя в угол смотри. Нихера. Я тебя прицеп. Ты погиб? А, это не ты погиб. Ебаный маневр, не-не-не. Ебаный варан? А, о, фура, вот какая нужна, смотри. Еще одну, что ли, хочешь угнать? Вот это правильно, смотри какая. Так, городи. О, отлично. Блять, у тебя колеса X-образными стали. Ты меня так, блять, прижал. Вот это вот, смотри, сзади, по-моему... Люди вываливаются просто. Хуй объеду, блять. Он хочет обратно сесть в свою фуру. 2 километра. Я думаю, доедем и попробуем ее поднять, да, аккуратно? Да, давай. Все, поехали, давай. Давай, давай без угара. Вот Алекс и Брейн и без угара вот сейчас. Давай. Стоп, наехать просто, давай. Да, давай, давай. Такой. Сука, ну какой, блядь, без угара, ебать. Как, суки, без угара тут можно, а? Ты живой? А, ты едешь? Нет. Отлично. Что, нет, ты умер? С тобой, нет, я не к тому. Я говорю, что у нас угар автоматически мотает. Автоматический угар, да? Ёбаный, да. Поляк. Заранее, блядь, у тебя так фуру, блядь, мотает по дороге. А клон приехал, блядь. Причем в прямом смысле этого слова. Слушай, а в жизни таких не слышал, нет? Че? Клаксонов на машинах. На очень только автомобилях. Ну, знаешь, такие старые. Старые, да. Они там еще такие, как эти, дудочки, блядь, или что-то такое. Рукой так жмешь, так, блин. Так, получается, нам сюда, да? Я правильно еду? Да, ты едешь правильно, сейчас нам налево. Фуру, блядь. Я вам позитива привез. Фура добра и позитива, видишь? Нихуя. Блядь, фура добра и позитива. Фура добра и позитива, хули вы? Фура добра и позитива, чего мне нравится? Добра и позитива, блядь. Я не могу, сука. Вагончики, маленькая тележка. О, блядь, нам налево. О, мы приехали, Алекс. Каргабол, вот он. А, или это... Да, нет, это не Каргабол. Что? Это Титан. Нихуя себе отреспавнился Титан. Охуеть, блядь. Так, приехали, да? Угу. Так, охуенно, блядь. Так, значит, что мне надо? Надо его уничтожить, и он тут будет респавниться. Серьезно? Да. О. Это дело надо завалить. Так. Не хочешь полетать ради прикола? Попробовать. Так, давай. Так, я сажусь, короче. Блять, он там люк открывает. Охуеть, блядь. Я тоже. Так, давай. Так, ну мы сейчас что? Мы сейчас взлетаем. О, там вертолет. А ну, отлети его. То есть убери, я выпрыгну. Так, я выпрыгиваю. Так, я выпрыгнул. Ты можешь его куда-нибудь там разбить где-нибудь, я посмотрю, давай, чтобы это охуенчик был вообще. То есть ты высоко взлетаешь, потом с парашютом прыгаешь. Ага. Чтоб я прозрел просто. Удачного полета, Алекс. Подожди, как... Во, все. L1, R1, помнишь повороты, да? Да. Сейчас я за них отдам, подожди. Блять, я же стою, блять! Сука, я же стоял там! Ты меня переехал. Жду тебя. Не-не-не, меня не надо ждать. Сам взлетай, а я посмотрю, как в небе ты взорвешься в ночном. В ночном небе, блядь. О, я вертолет возьму. Бля, а ты это увидишь? Я на вертолете к тебе подлечу. Подожди, ты там взлети пока, я к тебе. Это охуенно будет. Все, взлетел нахуй. Лично я тебя вижу, магни сейчас. Так, я поворачиваю куда-нибудь или что? А, сейчас, просто лети пока. Можешь по кругу? Угу. Я тебя подхватить могу. Будешь падать. А, развернись и лети, как мы, в принципе, сюда приехали, на площадку эту взлетную. Ты эту хрень развернешь вообще, по идее? Развернул уже. Давай попробуй. Угу. Я очень вижу, где-то площадка. Я вижу, вот я лечу.
Все. Давай, давай столкнемся, может, попробуем. Блядь, ты внизу, ёпты. Блядь. А, ты наверх уже улетел. Она такая неповоротливая, пиздец. Нашли. Хуйня. Так, все. Я летаю здесь. Я прямо над тем вот местом, откуда мы, собственно говоря, взлетали. Слушай, а рассказывали, знаешь что? Что можно на крыло машиной заехать? Якобы. На крыло машины? Заехать? Ну, заехать на крыло этого титана и кататься можно. Слушай, а может быть ты приземлишься, и я на тебя вертолетом сяду? Как такой вариант? Давай. Попробуй. Мне надо, видимо, развернуть. Давай попробуем. Попробуй сядь где-нибудь. Да-да-да, сейчас вот я. Только сядь, наверное, там, где ты его взял, по логике, да? Да, ну, наверное, да. Если что, я на шоссе сяду. Еще один титан, блядь. Еще один. Я могу еще один взять. Еще один вертолет, пиздец. Бля, вот я тебя вижу, ты на вертолете летишь. Я уже упал. Блядь, это что было? Нихуя? Это что было такое? Это самолет упал. И со мной. Ладно. Полетали, блядь. Так, смотри, значит, ты сейчас отреспаунишься. Да. Вот я на базе, и там вертушка. Ага. Все, я тут. Я тебя вижу. Угу. Притом две вертушки. Че, подцепим, да? А, нет, эти не цепляют. Надо просто взрывать вертолет и подождать, когда отреспаунится каргобоб. Он такой, как большой вертолет, только как плотный. А, знаешь? Я понял. Я такой видел. Mm-hmm. Видел, да? Mm-hmm. Блять, взрывать. Они, вертолет. Знаешь, еще сделали черного цвета, но я ни разу не встречал черного. Ни разу. Может, не было. Вот, отреспаунится, повезет нам. Так, смотри, значит, вертушку берешь, да? Mm-hmm, вот, я тебя вижу. Вот, бери вот вертушку и садись сверху на меня. Пиздец, блядь. Наполеоновские планы. Я хуй. Так, подожди, ты там пока не улетай. Сейчас. Так, если ну, развернусь, я умею, блядь, пользоваться полево. Развернемся. Какой наивизм, блядь, сейчас будет. Тихо. А сейчас я ракурс сейчас сменю. Во, вот такой ракурс шикарный. Так, садимся. Садимся. Тихо. Сейчас я подключу. О, охуенно, сел. Сел? Чуть-чуть поближе, может, не? Едем? Блядь. Сейчас. меня спасут. А ты можешь попробовать сесть и выйти с вертолета. Может, ты так стоять будешь, как вариант? Давай, сейчас. И ты, чтобы не улетать назад, попробуй возле заднего вот этого хвоста. Он как бы между ног у тебя. Странное сравнение, но тем не менее. Может, вот так оставить? Ты думаешь, ну я пока проеду, посмотрю. Что-то есть там? Он тут двигается, блядь. Поэтому попробуй чуваком, может, не? Ну-ка. Надо аккуратно сесть как-то попробовать. Или, может быть, мне надо аккуратно сесть, или же давай... Блядь, тихо. Или же давай я выпрыгну из вертолета и на самолет, или как? А, смотри, я могу вернуться назад, и ты с крыши или с камня какого-то. С крыши, наверное, попробовать. А если я выйду с вертолета, сейчас вот я вот так нахуй сяду тебе на крыло и с вертолета выйду. Аккуратненько. Ну вот, да-да-да, вот вариант вот, тоже. Вот так, вот это вот как вариант сейчас. Давай. Блядь, одни вертолеты респаунятся. Пиздец. Блин, да чё мы только не додумали? Слушай, смотри, этот Леопатра всех гандонит, блядь. Да всех подряд, блядь. Да ему тут, сука, нахуй заняться нечем. Я так понимаю, о, что утречка, им отлично. Ой, так, аккуратненько. Давай. Сел? Да. Выходи, пробуй. О, шикарно, о, нахуй, смотри. Заебись. Я блядь, вертолет сполз. Блять! А почему? Я тебя убил? Я ж ничего не делал. Меня еще, блядь, скинуло на винт. Меня взрывной волной. Отхуячило. А почему написано, что я тебя убил? Я ж тебя не убивал. Пиздец. У тебя охуенный счет уже, кстати, блядь. 5-0 нахуй. Блядь, у тебя самолет горит. Я знаю. Я пытаюсь взлететь. Я взлетел. У меня два не работает винта, я взлетел. Я вижу. Нахуя. Блядь, вертолет тебе летит. War Thunder, ёпта. Вертолет летит? Да, к тебе сам летит. Ну, это, видимо, кто-то. Смотри, я сейчас в небо, блядь, спикирую. Смотри, наблюдай на это. Можешь телефон, блядь, достать? Вижу. Охуенно, блядь. Блядь, охуенчик. Давай прям, сука, чтобы авария, чтобы авиакатастрофа. Блять, я развалился нахуй прям. Олег Брейд погиб, написано, блядь. Ну а как иначе? Посмотри, там что-то отреспавнилось. Так, погоди. Сейчас. Я, наверное, в другую куда-то место. Я на площадке же ведь, наверное. На площадке, там, где вертолет, надо его забрать, чтобы на его месте еще что-то отреспавнилось. Блять, меня куда-то кинуло, хуй знает куда. Ой, блядь, бежать.
Ой, пиздец, я тоже, блядь... Меня возьми тоже... вертолет, возьми вертолет с площадки этой, новый, и забери меня отсюда. Сейчас. С этой жопы, блядь. Так, вот я там вижу... Автомобиль вижу, ну-ка. Сейчас. А он там был, я же... Бежать долго. Бежать, сука, долго. Куда меня, блядь... Бля, поезд, по-моему, я слышу поезд. Кстати, поезд, между прочим. Между прочим, да. То есть попробовать подцепить поезд можно. Я себя представил себе. Я себе это, блядь, представил, мне стало хорошо. Поезд едет, его подцепили, блядь. Хорошо, блядь, ну хорошо же, ебаный пиздец. Юра, блядь, нахуй вертолет. Ну нахуй я, блядь, так, сейчас, давай. Мне так отнесло-то далеко, нахуй. Сейчас все будет, тихо. Сейчас все будет хорошо. Потому что я не угоняю, блядь, вертолет. Слушай, не, гонка мне нужна, нахуй, гонку. Не, гонку, нахуй. Ты знаешь, сколько я играю в GTA, еще гонки не проходил. Ну как, проходил пару раз, но мне не нравится. Мне нравится тоже, кстати говоря, да. Я... Пострелять, пожалуйста. Очень долго это все. Долго, долго. И непонятно. Ну, это, знаешь, там врезался куда-то не туда, все. Можешь не рассчитывать на победу. Да. Это ты там летаешь, да? Я там летаю, да. Сейчас я пролечу. А ты совсем близко, да? Угу, да. Вот, видишь тебя. Вид хороший у меня, отлично, шикарно. Летим. Шикарно, блядь. Эй, пилоты, давай садись. Потому что мы пилоты. Я насажусь, блядь. Видел, как я садишься? Во, блядь. Как гонщик, нахуй. Полетели, убьемся. А ты попробуй выпрыгнуть с парашютом. Только прыгай рядышком где-то. Вот тут? Давай высоко вот залети на месте, да, попробуй. Давай. Какая карта, блядь, а? Да карта вообще... Какие блядь. Масштабы, да? Это охуенно, блядь. Это, блядь, я же говорю, что игруля скоро выйдет. Скоро выйдет и на ПК. Чуть-чуть правее возьми, вон где буква H на полу, видишь? Вон справа, если смотреть, видишь, да, буковка H. Нам туда надо. А-а-а. Угу. И там прямо вот упадешь? Я боюсь спрашивать. Прямо на букву H, да? Ты парашют купил? А, у тебя же нет денег. Да, да. Ну тогда я думаю, ты так выживешь. Все, прыгаем. Сейчас. Блять, давай прыгаем. Блять, я выпал. Есть парашют, проверь. Нет парашюта, нихуя. Как так, ёпта? Блять, я ебал. Бля, клоун умер. Бля, а этот не разбился, прикинь? Да, вертолет не разбился. Не разбился, а он нет. Там летит еще, что ли? Или он сел? Он лежит тут рядом. Где, блядь? Прикинь вообще. Он не, мало того, что не разбился, так он еще и не заглох. Двигатель не заглох. Охренеть. А, есть еще прикол, короче, надо угнать истребитель. Если сзади к нему подойти, вот эта вот ядерная вот эта вот хрень его, тебя унесет далеко. Ты улетишь. Ну, где его двигатель, где вот эти вот я все. Я понял тебя, да. Да, ты подойдешь туда, и у тебя унесет, как будто большим потоком воздуха. Даже не спрашивает, куда я это все знаю. А бои на вертолетах, помнишь? Бои на вертолетах, это шикарно. Слушай, а давай... А, тут кто-то уже сел в вертолет. Это я. Все, давай, я беру второй. Я Маверик беру. Маверик. Так. Ёпты. Сейчас. Где ты? А. Я наверх полетел. Попробуй, затаранишь меня? А помнишь, как в ангаре мы делали? В ангаре было хорошо. В ангаре было круто, да. Хуйски. Было забавно. Орлы, сука, блядь, в воздухе нахуй. Задичь, блядь, какую-то нахуй деремся. Сейчас, тихо. Блять, нихуя! Это что было, блядь? Я решил проверить, блядь. Твою. Ну и как проверил, нормально? Очень хорошие. Непередаваемые ощущения, просто. Просто шикарные. Главное, блядь, ты там летаешь, я тебе. Слушай, Олег, блядь, ты кто-то выпал. Нихуя, блядь. Красиво было, да? Красиво полетел. Рыбкой нахуй. Охуенно, блядь. Посмотри, там ничего не отреспаунилось. Ёбаный анонизм, а. Зато весело, хули. Ну, хули, а когда нам не было весело, блядь? Ну, посмотри, там ничего не отреспаунилось, блядь. Чё не отреспаунилось, блядь? Не, блядь. Я вижу, блядь, знаешь, вот этот вот, блядь, кукурузник, нахуй.
И вертолет вижу. Хуёвый вертолет вижу. Хуёвый вертолет. Представляешь, такой официальный трейлер Rockstar. Мы добавили хуёвый вертолет. Пару хуёвых машин. Нехуёвый город. И получили GTA 5. Какой грустник. Подожди, меня заберешь? Давай его заминируем, нахуй взорвем в воздухе. Хорошая идея, кстати. Если бы у меня были гранаты, у меня нихуя нет гранат. А тут... О, еще кто-то прилетел, слушай. А, это ты? Твою мать, я же испугался. Это я. Смотри, сел. Красненький. У меня нет гранат. Нет? Ну, давай-ка... Это надо закупаться. Так, слушай, а на него залезть нельзя? На него нельзя залезть? Лезь, давай. Нихуя. Полетели. Просто экстремального вождения. Улети немножко, да, сделай кругаля. Ну, как надо летать, нахуй? Так, блядь. Я надеюсь, никто там не страдает. А мертвое пике сделаешь? Попробуешь? Давай. Давай, куда. А его не перекосит, наверное. Не перекашивает. Не получается, да? Да. Сила тяжести мешает так. Он же тяжелый сам-то по себе, да? Нет, он его, блядь, не перекашивает. Но экстремальное вождение все равно будет. Вот хочу врезаться в дом, нахуй. Хуя? Хуя? Блять, человек выпал из поезда. Блять, еще один, да я ебал. Я сейчас в поезд, блять. Я сейчас в поезд, нахуй. Давай, давай, где? Вон, смотри, поезд есть, смотри. Ты ебнешься в поезд? Я расхуячусь, да, поезд, смотри. А на Каренина, блять, GTA Edition, нахуй. Где ты там? Я сейчас сяду, нахуй. Подожди, я на поезд сейчас сяду, ну как в миссии, блять. Слушай, одни вертолеты респавнятся, кого хуя? А я на рельсы сяду сейчас, блять, нахуй. Перед поездом прям, ну-ка. Охуенно, я сел, блядь, прямо перед поездом. Воу-воу-воу-воу. Ну, гандонь, нет? Ты летаешь, я вижу. Я пытаюсь упасть на поезд. Все, давай, падай. Блядь, давай же, перед поездом же эпично. Сядь вот тут. О, малорик, все, сел. Получается? Нет, он меня чисто так спихнул по дороге, и все. Зараза. Это не эпично. Знаешь, в том же Watch Dogs поезд просто останавливается моментально. Да? Даже не сбивает тебя, да. Да. Как-то все грустно это, наверное, нет? Ну, печально, как бы, ожидая от игры. Да, очень много. Которую много надежд вкладывать, да? Ну. А в итоге получаешь... Опять, эй, блядь, вертолет. Да вы заебались, вертолет. Дайте мне нормальный. Каргобоб. Смотри, как я, блядь... Я какими уже способами только не пытаюсь уже, блядь, тебе расхуячиться. Никак Сивакон не получается, да? Как я не могу разбиться? Первый раз со мной такой. Чтобы я, блядь, не мог, нахуй, блядь, разбить вертушку. Хотя сам этого хочу. Во, нахуй, вот это охуенно, блядь. Взорвался? Даже, угу, взорвался. Так, мы ждем вертолет, короче, хоп, да? У меня две звезды почему-то, да, мы ждем. Ты можешь пока разфигачивать их. Угу. Ты где, кстати? А, вижу. Вот, нет, отнесло к ебенемку, блядь. Сейчас заберу. Давай, блядь, наглу прямо мне, блядь, сядь. Иди сбей меня, блядь, нахуй, как там винтом, блядь. Я с радостью, но как это сделать? Подлетите и рубануть меня, нахуй, винтом. А, вижу, я вижу тебя, сейчас. Вот, вижу тебя. Блядь. Блядь, ты на рельсе, понял, фу, блядь, на рельсе. Ты не подрешал. Сейчас, бегу. Во-во-во-во-во-во-во-во. Нихуя, ты видел, как это было? Ты видел этот пиздец? Я тебя рубанул реально лопастями. Хуя. А что там было? Я просто хруст слышал, и все. Я пропало просто, его отнесло. Блядь, полиция приехала. Это нормально? Наверное, да. Бля, ну где этот, блядь, ебаный вертолет? Да целый. Ты смотри, какой отреспавнился, какой-то черный, блядь. Здесь вертолет в кустах. Черный с ракетами вроде. Да ладно, сейчас подожди. Блядь. Сука. Ты что сделал? Да я выпал и взорвался. Понял тебя? По-моему, такой черный. Я не знаю, почему так. Слушай, что-то они тут нафиксили, короче, за месяц игры. Мне кажется, что они что-то, да. А ты нормально, считай, полгода не играл, да вообще тут изменений. Тут дохуя, масса, да, всего добавили. Смотрю как раз, ага. Тут дохера. Блять, я, по-моему, не в ту сторону побежал. Ты бежишь, вот я. Вот. Mm-hmm. А я как, я тупо красный или как-то еще подсвечен? Ты тупо подсвечен, красный. Но только ник.
А, да, вот ты имеешь в виду на карте? Да, чисто в красном цвете. Садись. Поехали. Блять, какой-то убежал. Элит парень. А спортсмен. Ты видел, как он ёбы дал, да? Макс, что не украли, так что избили, блядь. Блядь, теперь какой-то вертолет. Тин... Так, сбили его, отлично. Я хочу его замитикать. Но у меня просто нечем. Может, его, блядь... Тут нет амунации. А есть амунация рядом, кстати. А если тут устроить погром, тут можно от копов неплохо погонять, да, по сути? По сути дела, да. Угу. Это тут пока ждать... А чё мы паримся? Давай вертолет возьмем. Нахер нам машина? Нет, это не за руль выйдет. О. Угу. Хотели называется Каргобоб, да? Ну, мы с воротами также хотели. Ну-ну. А некоторые вещи не получаются в первый раз, и их ждешь, а вот видите как. Да пофиг, ладно. Мы же не просто так же ведь играем. Мы же. А где амунашка? Поставь метку. Она что? А, на амунацию. Блять. Я понял прикол, как можно классно летать очень быстро. Значит, над землей и R2. Вот так вот. Есть? А, на другой стороне. Сейчас. Вот тут, смотри. Смотри, как хуенчик, а? По-папски вообще, да? В тарелку не хочешь упасть себе этого спутникового, блядь? Ты как едешь, знаешь, блядь? Ты не сколько летаешь, сколько едешь. Как автомобили, знаешь, блядь? По дороге, нахуй. По дороге с облаками, ёпта. Ями, я что-то вспомнил. Ты помнишь этот стрим? Это, блядь, это дикая содомия была. Блядь, да. Когда мы зачитывали эти, помнишь, комментарии? Блядь, это было сильно. Это да. Там что-то отреспаунилось? Нет, опять вертолет? Нет, опять вертолет. Сука, что ж так? Ой, он глохнуть начинает, слушай. А он начинает падать. Видимо. На жилые кварталы причем. О, амунация. Приехали, блядь. Охуенно, блядь. Это была амунация, Алекс. Это же амунация. Приехали, ну. Выходим. Алекс Позитив хочет дуэль. Не, не надо. Нет, не надо. Не надо дуэли. Ждем, пока игрок Олег Брэйн согласится. А он не согласится. Ты не Пушкин, я не Дантес. Дуэли, блядь. Дуэли, блядь. А какая хорошая рифма на слово дуэли? Дуэли? Именно. Да. Ну, не охуели же, правильно? Ну, это было бы слишком банально. Нахуй банально. Ели. Да. Ели. Ели, отымели. А ты помнишь, как в Майнкрафте, да? Саженцы ели, вы охуели. Это да, это я никогда не забыл. Так, ну, давай, продавай. Сейчас я закуплюсь конкретно просто. 25 штук возьму. У нас будет 50 гранат с тобой. Ну, я думаю, что нам хватит. Да, думаю, да. Для полной вакханалии, то уж я думаю, что как бы все будет нормально. Так, значит, надо согреть копов. Все, я закупился, ты где? Я вот тут бегаю вокруг тебя. Ну, не то чтобы, конечно, вокруг тебя. Нихера себе вокруг меня, блядь, в другом конце бегает. Я вообще, блядь, нахуй потерялся. Хуяшечки. Эта машина едет. Ну-ка, стой. Да, выходим. Значит, смотри, машину минькаешь и взрываешь. То есть ты мне даешь команду, и я взрываю. Давай. Только мне надо для начала... А, вот вижу тебя, все, окей. Смотри, как мы столкнемся сейчас. Нихуя! Я предугадал, да. Все нормально. Штирлиц еще никогда не был так близок, да? К провалу, блядь. Нихуя себе, блядь. Да-да-да. Это было жестко. Я видел, как два треугольника должны были соприкоснуться. В одной точке. Что самое интересное, они сделали это. Вот надо вот туда... Вот я тебя вижу. Шикарно. Давай. Так, куда минить? Минька тебя. Давай наперед и на бок. Все. Одна штука, в принципе, нормально. Теперь смотри, значит, тебе надо что-то найти, кого-то. На большой скорости. Так. Ты выпрыгиваешь, и я нахуй взрываю все. Я выпрыгиваю, да, значит? Да. Это у нас на треугольничек, да? Было бы в поезд, конечно, хорошо. А говорят, можно остановить поезд? О, да, трамплин, смотри, слева. Или это не трамплин, вон. А вот эта хрень. Вот, видишь, прямо, смотри, вот. Жизнь прямо, так, видишь? А? Угу, давай попробуем. Только найди правильно, как тут можно разогнаться. Так, сейчас мы посмотрим, как я вот, наверное, вот все-таки отсюда заеду. А хуй его знает, нет, наверное. А это даже не трамплин, да? А что такое? А трамплишка вон слева, видишь, вон там серая крыша такая у него. Можно попробовать. Блин, ну это надо найти момент такой еще. Вот. Ты имеешь в виду вот это? Не, давай еще правей. Вот проедь на перекресток, вот этот, я тебе покажу.
Да. Вот смотри, сейчас справа вот будет. Лев. Еще прям. Нет, 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 прямо еще проедь. Вот справа, видишь? Вон охуенная крыша такая вот. Ну вот прям справа. Вот, вот это, да, который? Да, 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 да. Ну как нам это сделать, вот это я как не знаю. К нему подъехать. Ну, если только вот так и. Ну а что толк-то? Он сейчас вот тут сюда заедет. Хрень собачья какая-то. Да, это нет. Блять. О, трактор! Смотри, трактор вон едет. Смотри. Сейчас, сейчас. Ёбни трактор. Можно в трактор хуйнуться. Вся мысль. Трактор хуйнуться. Трактор хуйнуться. Цитаты великих людей, блядь. Где трактор? Я что-то умерел. Был где-то сзади был. Сзади был? Так, что? Можно, смотри, заедь в гараж к пожарникам, я ёбну, короче, машину там. Давай, давай, давай. На большой скорости. Вон, ты проехал, вон сзади там был. Там два пожарника стояло, это их пожарная часть. То есть, смотри, план такой. Ты въезжаешь в пожарную часть, выпрыгиваешь заранее. Вон, видишь черная дыра? А, вот это, да-да-да, вижу. А он открыт точно? Да. Думаю, что да. Так, значит, надо еще, да, разогнаться. Давай. Давай план. Въезжай внутрь, да? Да. Ты, смотри, подъезжаешь, ты на выходе выпрыгиваешь. Вон, там дорога есть, видите, прямо перед гаражом такая. Цвет я такой сероват. Там ты выпрыгиваешь. Я нажимаю влево, чтобы взорвать нахуй. Я тоже выпрыгиваю. Блин, а выпрыгивать у нас на треугольник, да? Треугольник, да. Давай, поехали. Шикарно, спокойно. Значит, блядь, перед самым въездом. Там. Да. Так. Выпрыгивай! Сука! Получилось, нет? Я дверь ударил. Как там выпрыгнул, нахуй ударил там дверь, блядь. Я думал, нормально, блядь. Ой, пиздец какой. Ой, сука. Надо еще раз, блядь, повторить. Вот это было. Блядь. Надо реально, блядь, вхуяриться в трактор какой-нибудь сраный, блядь. Можно трактором заехать. Что это, внимание, соединение сессии потеряно из-за неизвестной сетевой ошибки. Блядь, тебя выкинуло? Да. Сука, мне такое тоже бывало. Ну хорошо, я подожду тебя, перезайди. Хорошо. Шикарно, мы... Блядь, я как-то сбил. Это нормально. Когда ты умудрился включить? А я и не выключал. Да ладно. Я вырежу, потом вырежу, да? Хорошо. Надеюсь, блядь. А, блядь, сука. Едь. Когда ты ухитрился включить, а я и не выключал. Это потому что я не успел, блядь, посмотреть, как ты жил. Ты очень быстро умер. Он люди какие-то стоит, смотри. Где? Может, людей прямо взорвать? Блядь, давай на какой-нибудь завод, блядь, поедем, нахуй. Ёбнем ее там. Найди копов, должны быть копы же. Что она за звуки сдает, блядь? Она пищи. О, трактор! Нет, поздно. Надо большую, хорошую скорость взять. О, люди! Пиздец, реально люди, блядь. Блядь, не агрится. Подожди, сейчас. Блядь, тихо. Сейчас они бегают. Они к тебе хотят, видишь? Какая-то, блядь, нахуй деревенщина нахуй за мной бегает, смотри. Блядь, они дерутся. Так надо было посмотреть, как они пиздили друг друга, нет? Я такого еще не видел, чтобы друг друга валили. Че, ребят, вы там не подойдите-то нахуй, дебил. А ну остановись, он тебя выкинет. Пусть тебя выкинет, а мы машину взорвем нахуй. Убегай. Все, вали. Сейчас, подожди. Давай. Нихуя. Собирай бабло, давай. Собирай урожай. Урожай собирай. Он же, блядь, не знал, что тачка заминирована. Так, берем это. Охуенно играл. Фельдшер прибежал, смотри. Правда уже? Черный фельдшер. Там прибежал. Да. Ты куда бежишь? Уже никуда, блядь. Он уже прибежал, все. Блядь, смотри, он агрится. Агрится, смотри, агрится. Да ладно. Да, серьезно. Что, тебя фельдшер хуярить будет? Дай я ему розочку пропишу. Сейчас. Нихуя, я его с одного удара удел, бля, и в него деньги выпали. Нихуя. Ты живой после розочки? О, пожарники, давай пожарников хуйнем. Давай. Я розочкой пожарника уебал. Смотри.
мусора еще приедут. Мусора, скорая помощь, пожарники. Центральная гвардия, епа. Блядь. Сейчас мусора приедут. Отлично, давай устроим хард-пати. Сначала бомжи подрались, потом фельдшер черный пришел. Блядь, это хуячит, я хуя. Охуели, что ли, блядь, твари? Так. Так вот, блядь, пожарка приехала, так, вижу. А то водитель сидит, кстати. Потушить чей-то пукан можно, да? Отлично. Давай. У кого-то внутренний пожар там, я. Смотри, получается. Блядь. Да. Автомобиль, причем он так чуть-чуть так только сносится, охуенно, блядь. Прокатился, блядь. Давай, 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 меня покатай, давай. Да, блядь, нахуй, давай, блядь, катай меня. Подожди, что ты меня... Блядь, ничего. Я копов тебя всех подряд, короче. Охуеть, блядь. Сейчас, нахуй. Давай, только чтобы я был близко. Все шикарно. Я совсем рядом. Нет, ты куда ты поехал? А там очень много копов. Бля, пожарная едет. Тачка. Нихуя себе. Это было красиво, да? Это было шикарно. Я попал под колеса, блядь, пожарной машины. Да. Забавная смерть. Так. Забавная смерть, когда тебя, блядь, сбивает скорая. Она ехала тебя спасать, ты не понял. Это просто ирония судьбы, блядь, понимаешь, так получилось. Я за тобой вереница, блядь. Летай, я в багажник нахуй залез. А можно, блядь, смотри, нахуй, я назад сел. В багажник? Нет, ну вот, во второй двери. Вот с этой хуйни, куда едут сейчас, можно спрыгнуть сверху, кстати. Тут лестница есть. Можно потом попробовать. А за тебя копа не агрится, нет? Копа агрится, я выпал, сейчас, вот скорая. Блядь. Скорая просто. Ну да, а почему скорая тебя догоняет? Ты не знаешь? Они хотят вылечить, наверное, меня, блядь. Какой-то долбоёб украл, блядь, машину, нахуй. Нормально. Я пытался в неё, блядь, нахуй, на ходу сесть. Смотри, смотри, я тоже, блядь, не убью. Какой пиздец творится, Алекс, ты бы видел это. Надо это всё взорвать, надо всё взорвать, нахуй. Всё, к ебеням, блядь, тут, нахуй, точно. О, поезд, 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 поезд. Пусти, и пусти. А, вижу. Блять, поезд, да! Стоп, блять, ну сука, ну я его на твоих двоих-то хуй догоню, блять. Ну это да, поезд, стой, блять! Ладно. А я как-то, знаешь, мы как-то играли, копы на нас агрились, и мы в поезд залезли, они за поездом, короче, все ехали. Это реально, да, было весело. Блять, почему за тобой скорая едет? Они тебя хотят... вылечить тебя хотят, помочь? Ты просто скажи, блядь, и им, что тебе помощь-то не нужна. Я тут машина улетела. Охуеть. Ты видел это, да? Блядь, там машина улетела нахуй, вообще, блядь, перелетела на другую дорогу, блядь. Вот какой, а. Сука. Слушай, надо делать садомию, реально. Я уже не помню, что мы хотели в этой серии, но, блядь. Вы нашли чем заняться. Точно, мы мертвы. Мы так нахуй его и не дождали. Да похуй. Давай тут же копов патрулим, это веселей. Давай. Что-то вас там очень много, блядь. Слушай, а может быть перерыв сделаем? Давай. Есть перерыв, там есть что-то еще, блядь. Как в рекламе. Вот, смотри, какой перерыв надо делать. Сейчас. А, я это сделаю в следующей серии. Хорошо, давай закончим тогда. Фу, давайте мы тут немного закончим. Хочешь, я взорву нас? Нет, не надо. Так, у нас три звезды, пох. Да на меня, блядь. Нормально, да? Такую взрывчатку повесил, ну пусть, и так ладно. Да-да-да, все, ребят, надо тут закончить тогда. Да. Мы угарнем в следующей серии еще больше даже, тем более, что идей масса вообще. Масса идей, и я кое-что еще интересное вспомнил, сейчас покажу. Ну, уже в следующий раз. Меня кто-то зовет играть в гольф, пошел-ка ты, наверное, куда-нибудь подальше, а мы прощаемся. Всего хорошего, пока-пока. Всем пока.